То самое чувство, когда ты лучше всех, ты из Гюнеш, театру танца Гюнеш, из Дома культуры «Буревестник», 15 лет. Десятки постановок, сотни выпускников, множество побед и море детских улыбок. Это если вкратце. А вообще, это именно тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. «Солнце» так переводится с турецкого языка слово «гюнеш». Вот и 15 лет назад, когда только зарождался театр танца, выбор на это название пал не случайно. Зарядить зрителей энергией, порадовать, подарить положительные эмоции – такие амбициозные задачи поставила руководитель «гюнеша» Ольга Антонова. Мы очень много выступаем. Даже взять, например, начало этого сезона, начался в сентябре, мы уже выступали более 30 раз. Это буквально за 5 месяцев. В том году у нас было более 60 концертов. Мы выступаем, снимаемся на телевидении, в клипах с известными актерами, выступаем практически на всех, на многих площадках города Москвы. И, естественно, мы всегда желанные гости у нас в районе. Ольга Антонова не только бессменный руководитель, но и хореограф, режиссер и художник по костюмам. Благодаря ей театр существует, процветает и радует своих поклонников интересными постановками. В юбилейном концерте зрители смогли увидеть лучшие выступления коллектива и яркие творческие поздравления от коллег и друзей. За годы своего существования театр танца принял участие во многих окружных, областных и всероссийских конкурсах, в которых неоднократно становился обладателем гран-при. Сейчас в Гюнеше 70 юных танцовщиц от 7 до 17 лет. Репертуар коллектива велик и разнообразен. Более 50 эстрадных, восточных постановок. Номера больше похожие на спектакли. Но главная фишка прежде всего – народные танцы. Народные танцы всегда заводят зрителей, пробуждают какой-то огонь, искорку в глазах. И как-то оживленно люди за этим наблюдают. Это очень ярко, энергично. Сегодня в зрительном зале Дома культуры «Буревестник» многочисленные поклонники творчества Гюнеша. Дарья Еловикова была в коллективе все 15 лет. Сейчас девушка переехала, но пропустить юбилейный концерт, конечно, не могла. Это для меня коллектив много что значит. До сих пор приезжаю на концерты, знаю, слежу за людьми, которые здесь находятся, до сих пор общаюсь. Вот, они все для меня очень родные, Ольга Михайловна. Я ее очень ценю. Она мне стала как вторая мама. Следующие 15 лет обещают стать для театра танца «Гюнеш» еще более яркими. Пусть будет и плотный гастрольный график, и вдохновение для незабываемых постановок, и талантливые исполнители. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.